Привет, зритель, ставим лайк и поехали. Вот почему сотни компаний ежедневно создают продукты, которые обещают помочь нам решить проблемы по уходу за кожей, но в конце концов это не часто приводит к ухудшению ситуации. А происходит это потому, что у некоторых людей возникает аллергическая реакция на них, или они просто не работают должным образом. Поэтому если вы один из миллионов, которые стремятся улучшить здоровье своей кожи, мы рекомендуем использовать продукты с содержанием витамина Е. Необходимый витамин Е может быть найден во многих продуктах – морковь и авокадо. Это естественные источники витамина Е, поэтому если вы хотите улучшить здоровье своей кожи, добавьте их в рацион. Инструкции и использование. Смешайте эти ингредиенты в блендере с небольшим количеством воды. Добавьте 8 капсул витамина Е и нанесите на лицо. Помните, вам нужна только половина моркови и немного авокадо. После этого оставьте на коже около 20 минут, а затем смойте ее с большим количеством воды. Вы сразу же почувствуете преимущество маски. Еще одна вещь, которую вы также можете сделать, это комбинировать банан с капсулой витамина Е. Нанесите маску на лицо в течение 20 минут и смойте большим количеством воды. Эта маска очень эффективна, чтобы удалить возрастные пятна. Всю жизнь мы знали преимущества, которые витамин Е приносит для нашего тела. Худшая ситуация заключается в том, что большинство из нас начинают использовать их, когда уже слишком поздно. Главная задача витамина Е в женском организме – предотвращать появление морщин, а также питать и увлажнять кожу изнутри. Все дело в том, что витамин Е – самый сильный жирорастворимый антиоксидант, и в принципе этим все сказано. Если ты хочешь максимально оттянуть приближение процессов старения кожи, пей регулярно витамин Е. Правда, для того, чтобы не навредить себе, нужно знать несколько нюансов. Основное активное вещество витамина Е – токоферол. Он эффективно выводит из организма токсины и другие вредные вещества, препятствует образованию канцерогенов. Также он укрепляет сосуды, улучшает кровообращение и в целом позитивно влияет на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, витамин Е принимает активное участие в регенерации тканей, замедляет развитие болезни Альцгеймера, улучшает работу мускулатуры, нормализирует работу гормонов. Витамин Е есть в составе ряда продуктов, а также в составе синтетических витаминов. Врачи говорят, что для получения необходимого количества витамина Е необходимо съесть достаточно много пищи, и не всегда суточный калораж позволяет это сделать. Ведь большая часть витамина Е содержится в калорийных продуктах – масла, кукуруза, пшеница, яйца, морепродукты и мясо. Следует отметить, что витамин Е теряет свои свойства на свету, поэтому это необходимо учитывать при хранении витамина и приготовлении пищи. К слову, если много находиться на солнце, витамин Е будет исчезать из организма. Этот витамин способен облегчить приступы низкого давления при постоянном приеме. Признаками нехватки витамина Е в организме могут быть сухие волосы и кожа, потливость, отсутствие либидо, депрессия и апатия, болезни глаз. Витамин Е синтетического происхождения легко усваивается, в чем его огромное преимущество. Помни, данный витамин несовместим с витамином D. Поэтому если ты планируешь принимать витамин Е в составе поливитаминов, убедись, что данного компонента там нет. А вот витамины А и С – лучшие друзья витамина Е, и вместе они лучше усваиваются организмом. Витамин Е не стоит принимать дополнительно при проблемах с сердцем и эпилепсии. Личную дозировку можно рассчитать, основываясь на инструкции в твоем препарате. Помни, суточная доза не должна превышать 15 мг, кроме состояния беременности. Он пьется курсами. Чаще всего курс составляет 30-40 дней, после чего необходимо сделать месячный перерыв. При перенасыщении организмом витамина Е может наблюдаться тошнота, диарея, повышенное давление. Однако стоит отметить, что гипервитаминоз витамина Е встречается крайне редко. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно», странички в Instagram и Facebook, ссылки в описании.